Вот, не открытые Не, не. наборы. Давай, давай. Два пака. Ну, открывай первым. Открыть сейчас. Смотрим. 78 лошара. Джастин Фолк. 13 контрактов. 9, 4 травмы. Лошара Колберн 81. Тренер. Лошара 77. Даже не знаю такого. Форма Каролины. Лошара 80. Стейчер. Форма Сан-Хосе уже такая, тем более есть. Густав Форслинг. Еще больше лошара 76. Карточка коллекция. Это Худ Типс. Торс 4. Карточка испытания. Худ Типс. Блять, забили паками. О, Джефф Скиннер 85. Вот это еще нормально. Вот это вот. Вот да, это да. Еще более-менее. А какая синергия? РС? РС, реактивные коньки. А вот он мне нужен, Скиннер, не помню. Скиннер охуенный пацан, блин. 3, 13 золотых, ну контакт, короче. Тайсон Барри, 84. 84. Нормально. Барри нормальный, но по синергии мне не подходит, у него НЗ. Потом чё? Пирсон, 83. Ну, 13 контракт, 13 контракт. Пока это все в коллекцию отправить. Еще один пак. Ну, если там попались 85-84, то здесь больше 82 не стоит ждать. Я уже заметил такую систему. Открывай, открывай. Торс, лечение. Лошар из Детройта 79, Ксавьер. Лого Питтсбурга. О, Кутерье 85. О, охуенно, охуенно. Ну, у него синергия ТН. Игла это. ТНВД. ТНВД. Топливный насос высокого давления. Да. Значок Каролины, блядь. Контракт 13. Контракт 13. Да. Ага. Дерек Райан Лошар 78. Дарнелл какой-то. Ну, короче, 82 лошара какой-то. Еще один. О, Райан О'Райли 85. О, О'Райли вообще четкий. Два пака. О, ЦП, кстати, у меня мастер клинч. Короче, им надо посмотреть. Знаешь, может, что мне попался? Подожди, сейчас все. Ну, давай. Торонто. Значок ненужный. Джонатан Тейвс, 87. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Да, охуенно. Ну, блядь, всех посмотрел. Ну, у него, короче, этот, как его, синергия ЛЛ. Синергия не подходит тебе. Да. Дальше что смотрим. Лошара 81. Худ Типс магазин, контракт. Вот я заметил, три подряд идут всегда так. Худ Типс, потом контракт, потом опять Худ Типс. Пол Мартин 80, ну это вообще печалька. Вот такая вот херня. А те, кто попал с Пайл Буре, да? Стопудово. Мне попался Дэнни Хитли! Панарин! Серьезно, Хитли попался? Я тебе серьезно говорю, у меня Хитли в первом паке и Панарин, ебать. Ебать ты задротище, ебать ты задротище. Я посмотрел, я охуел, когда зашел, я глаза свои не поверил, блядь. А у Дэнни Хитли... Я тебе сразу начал звонить. Ты же видел там пропущенных у тебя кубков на 10. Дэнни Хитли, у него, блядь... А у Хитли, какой рейтинг, 90? 91, блядь. А он карточка легенды, да? Да. Ебать ты задрот, просто ты пиздец, нахуй. Это пиздец, Кнутиш, ебаный урод, нахуй. Да. Я, бля, когда, бля, и Панара еще, слышишь, я не имею, два, бля, подходят. А, не, Панара нихуя не подходит по синергии, ну хуй на него, бля, не подходит. У меня Толст не подходит. А сколько Толст стоит? Тайлер Холл, Дюшер, Ростон. У меня Толст не подходит, блядь. Я продал своих обезьян, у меня сейчас 70 тысяч. За 70 тысяч я могу еще одну какую-то там легенду купить, блядь. Ну или, блядь, хуй знает. Или продать всех этих и купить, блядь, этого Буре. Но я не буду так делать. Ебать, ты че, какую обезьян ты за 70 тысяч продал? Толст, надо посмотреть, сколько Толст стоит. Я там продал этого, блядь. Толст 15, наверное, да? Продал этого же, блядь. Тарасенко, блядь, плюс остальных я по 500 там рублей тупо попродавал. У меня сейчас 70 тысяч. И я могу еще одну легенду купить. Ебать, а Панарин у него сколько? 87? Угу. Чикаго, какой, блядь, Чикаго? Ебать, пиздец, тебе попался, блядь. Я не верю, что попался легенда в паке. Это вообще пиздец. Вот ты задрот, блядь, братиш.
Вот Я ты сам охуел, задрал. брат. Формальный лидер. Я, блядь, это первое это. Я когда увидел, что, блядь, такая черная карта, думаю, не понял, что за хуйня. Да 91, да ну нахуй, хитрый, блядь. 26, 15. Ну, как я и говорил, топ с 15 стоит тут. 14 500. Ну, ни о чем, в общем. 13 Ну, тысяч. как и Панарин. Панарин столько же стоит. 12 тысяч. То есть, короче, я ничего не заработаю на нем. Ну, Панарин столько же стоит. 12 тысяч. Ебать, пиздец. У него чуть катание 86 всего лишь. Ускорение 86. Я сейчас сделал скорость чудо 87. звено. Первое. Ролстон центре Хитли, да? Шенахан. Ебать, у в тебя центре легендарное Шенахан. звено, ебать. Все легенды, да? И Хитли причем Шенахан, забивает. Шенахан, Ролстон Хитли, да? Да. Ебать ты задротище. Просто пиздец, нахуй. Бля, поздравляю, брат, поздравляю, так повезло вообще. Чтобы в паке легенды, бля, мне так сколько я играю с НХЛ 15, да, 16, ни разу, 17, нахуй. 18, ни разу легенда не попалась в паке. Так, ну чё, мне тоз придется продавать, чё, мне ни к селу, ни к городу, блин. А этот, кто там? Кто у меня сейчас РС-то, я сейчас смотрел. Там и Кутерье надо продавать. Сейчас, любой. Хотя, если Бишоп убрать с ворот, то Товса можно поставить вот в состав. Но это опять же там кнутить надо. Так, Джонатан Товс. Пастернака можно продать. Кого еще? Я охуел, брат, честно сказать, когда увидел, Чё? Блядь, Хитли. А, ну, скинер, нихуя скинер, себе. РС. А скиннер вместо кого? Вместо Тайлера Холл. У тебя что, лучше скиннер играет или Тайлер Холл? Ни один не играет. Честно сказать. Тогда лучше, бля, я хуй знать нахуй. Я ж тебя подъем, ну, я ты что не знал, а я ж почему говорил, что о, скиннер охуенный, 85, бля. Вот ты кнут, блядь, вот ты кнут нахуй. Это пиздец, брат. И, ну, блядь, как? Ладно, блядь. Хуй знает, как они... Поздравляю вот не тебя, сразу чувствуется, братиш. Что легенда, бля. Спасибо. Сразу чувствуется, что легенда, да, не кончалыжный скиннер какой-то.